Привет всем, это канал Сосиска в тесте, мы продолжаем карьеру за ЦСКА, и сегодня у нас кровопролитное дерби со Спартаком. Ну что, что у нас там произошло? Давайте мы посмотрим. Что? Муса травма, да, точно. Ну давайте его уберем. Поставим мы Миланова в замену тогда. Эльма мы выпустим, кстати, да? Эльма. Вот, таким составом мы сыграем. Сегодня у нас матч очень сложный. Давайте в траурной форме сыграет ЦСКА. О, ЦСКА, Спартак, что я говорю? Поехали. Фух, с Богом. Базилюк. Тошич. ТСК сразу же стремится в атаку, но Асбилис перехватывает Мовсисян. Один из лучших игроков в атаке в российской премьер-лиге. Тина Коста. Камбаров подключается, который Дмитрий включался сейчас к атаке. Рамуло. Эль, молодец. Рафаэль Кариока. Паршевлюк. Скидка, удар. Очень опасно сейчас. Коста навешивает. Навес Косты. Василий. Кто же под мяч прыгнет? Игнашевич, кто же еще-то? Эль. Витиньо. Дзагоев, Дзагоев, давай с мячом. Молодец. И вперед. Кто же это? Витиньо. Витиньо пробить. Витиньо пробил. Дикань вытащил. Надо было на Базилюка скидывать Думбие. И было бы вообще отличное завершение. Это удар. Уже не закрывающий угол вратарем. И Думбия. Удар. Гол. На 10-й минуте Думбия открывает счет в этом матче. Очень неудачная игра защитников. Посмотрите, посмотрите, вот этот вынос на ногу Думбие. И Думбия спокойно заколачивает мяч в ворота. Кариока. Пас на Яковлева. Яковлев. Тина Коста на Мовсисяна. Мовсисян. Тина. Хорошо. Акинфеев вперед. Красавчик. Офсайд. Офсайд сейчас был. Я не знаю, кто там был. Тина Коста вроде бы. Похож на него игрок. Щенников. Эльм. Пас на Витиньо не проходит. Опасно. Асбилис. Паршевлюк. Рамуло. Паршевлюк. Опять же Рамуло с мячом. Проходит в центр. Удар. Гол. Мовсисян. Я же говорю, от него можно ждать все, что угодно. Это Мовсисян. Шестой мяч забивает в этом сезоне. Думбия седьмой уже забивает. Мы не должны не радоваться этому. Наоборот, для нас это очень даже хорошо. Молодец. Витиньо на Щенникова. Пас пяткой. Щенников. Эльм. Думбия. Дзагоев. Тошич. Тошич навес. Базилюка мяч не прошел. Василий. Василий, аккуратнее, Эльм. Дзагоев. Неточный пас Дзагоева приводит, опять же, к перехвату Спартака. Паршевлюк. Хорошо играет. Асбилис. Сместился в центр поля. Хорошо Щенников. Очень хорошо сейчас Щенников обокрал игрока. Паршевлюк. Пас вперед. Вот тут Витини у нас вместо Щенникова, который убежал в атаку. Ох, как сейчас
жестко Щенников встретил игрока Спартака. Это был Паршевлюк вроде бы, да, это был Паршевлюк, который резко вскочил и побежал. Заброс. Тошич, молодец. Думбия. Думбия сам, смотрите, как хорошо принимает на грудку. Ну, Кариока, Кариока очень хорошо сейчас сыграл. Тина. Ну, этот удар очень хорош. Мне понравился. Все удары, которые мимо ворот ЦСКА, это потрясающе. Базилюк на Бабкин подключается. На Бабкин навес. Нет. Игра вся у нас в центре поля. Нету никаких опасных таких моментов, ударов, которые могли бы сотрясти трибуны криком, ором, овациями. Но вот сейчас, может быть, что-то у Спартака получится. Удар Акинфеев. Но это не очень-то опасно так было. Но трибуны похлопали этому сейву. Ну, судья, очнись. На Бабкин. Загоев. Я все забываю выпустить Фернандеса в стартовый состав. Но ничего страшного. Еще большая часть сезона. Давайте мы в атаку просто уйдем. В атаку. Чтобы игроки стремились туда. Нам надо их выставить в атаку. Загоев. Витиньо. Над Загоева хорошая скидочка. Дзага. Витинюшка. Навес. Ну, судья, вот там его завалили. Судить, свистеть надо было. Вот посмотрите, вот это что. А, то есть по голове считаем, да? Ну ладно. А мяч-то залетал прям в ворота после этого навеса. Прям в ворота летел. А, нет, пролетел мимо. Инсаураль. Щенников. Красавец. Витиньо. Загоев. Загоев удар, но он думал, что защитник ему помешает и пробил. Я его понимаю в этой ситуации. Дикань вперед. Витинюшка. Очень понравился он игрой мне на левом фланге полузащиты. Хоть он и опорник, кое-опорник, под нападающим играет, но мне он понравился именно на ЛП. Офсайд. Пока 1-1. И пока драк на трибунах нету. Но это всего лишь первый тайм. И все возможно. Особенно после того, как одна из команд выйдет в единоличные лидеры этого матча. Судья, молодец просто, красавчик. Давайте мы похлопаем судье за этот свисток, который не нужен был. Зенит выигрывает у Крыльев Советов 0-3, и Томь выигрывает у Волги 0-1. Поехали. Продолжаем матч. Нам сообщили о том, что первые стычки уже происходят на стадионе. Первые задержанные уже есть. Я же вам говорил, что начало матча это еще вам не показатель. Феев в парящем прыжке. Базилюк, давай. Давай, Тошич. На Базилюка. Базилюк. Ну, перехватываем мяч. На бабки? Что ты мутишь? Дзага! Дзага! Кому, Эльм? Это кому было-то? Нас обрезали. В защиту быстрее. Асбилис. Тино.
Яковлев. В офсайде Яковлев оказался сейчас. Но первые такие вот опасные уже намеки были на ту и на другую сторону. Да что ж такое, Навапкин, пасуй уже. Навапкин, давай, молодец. Эльм. О, Базилюк, ну просто точнейший пас был. Вот показывает Думбью седьмую мячами. Седьмью. Ну вы поняли. Но Сисян. Дзагоев. Хорошо. Базилюк. И на Витинью. Дзагоев. Прокидывает Витинью. Упускает мяч. Мовсисян. Мовсисян его тут. Отработал хорошо. Глушаков выходит. Витинью. Навапкин. Фу! Вот это ошибка. Вот это сейчас была ошибка. Ошибка в пасе и приводящая к контратаке Спартака. Спартак умеет играть на контратаках. Тем более с хорошими такими игроками нападения, как у них. Хорошо, Дзагоев. Молодец. Думбия. На Базилюка. Но у Базилюка нету скорости такой, как... Базилюк пробил же все-таки. Пробил. 65-я минута этого матча уже идет. Счет 1-1. Василий, куда ж ты сместился так? В центр поля прям. Там же есть игроки, которые тебя подстрахуют. Ты давай иди в защиту. Эльм пяточкой. Очень было, так сказать. Воу-воу-воу-воу-воу. Да вы что, издеваетесь? Вот, вот так вот надо играть. 1-1 в этом матче у нас. Яковлев опять упускает мяч. Базилюк. Базилюк на Тошича. Тошич. На Бабкина. Да, на Бабкина. Дзагоев. На Бабкин. Базилюк. Паршевлюк. Мовсисян. Хороший пас был на него. Глушаков. Играет пяточка на Паршевлюка. Асбилис. Мовсисяна. Мовсисян. Что же будет Мовсисян делать? На фланг отдает обратно Асбилису. Асбилис. Асбилис забрасывает штрафную. Кимфеев вперед. Молодец. Дзагоев главное побороться. Но проигрывает он эту борьбу. Хурадо. Ушаков. Паршевлюк на вес. Хорошо. Дзагоев. Хорошо, молодец. Щенников. Думбия. Базилюк. Во-во-во-во-во. Был, хотел на Думбию, пас на Тошича оказался. Скидывает Дикань на Дмитрия Камбарова. Камбаров, не помню его. Дмитрий. Да, Дмитрий Камбаров. Ушаков. Встречается с Эльмом и пробивает сразу же. Василий, аккуратненько, на Бабкин. Паршевлюк. На Бабкин. На Бабкин проигрывает свой фланг. Хурадо. Неточный пас. Заглов перехватывает. Хороший пас, просто офигенный. От Базилюка на Тошича. И Спартак снова в атаке. Василий. Неточный пас. Глушаков перехватывает. Дзагоев прессингует. Дзагоев. Хурадо.
Пас на фланг, Тина Коста. Тина Коста, удар мимо. Мавсисян, спасибо, простил. Простил нас просто. Ходит Мавсисян, Бариус выходит. Эльм, пас на Дзагоева, Дзагоев на Базилюка, Базилюк на Тошича. Не получилось. Хорошо, Эльм в подкате. Но Тина Коста все равно остается с мячом. Василий Березуцкий снова в центре. Его снова приходится Эльму выручать в защите. Витиньо. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Кто это у нас? Дзагоев? Нет, не получается мне ничего сделать. Вот она эта игра двух противников. Каждый тянет одеяло на себя. Каждый. Все, 1-1. 1-1 матч завершается. В первом тайме забиты оба мяча. Второй тайм очень скучный был. И Спартак по ударам переиграл ЦСКА. Ну что ж, следующий матч у нас с Анжи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.